В Ульяновской области комендантский час для общепита еще строже. По указу губернатора двери развлекательных заведений закрывают уже в 22:00. Однако число заболевших коронавирусом в регионе растет. Только за сутки 201 новый случай заражения. Под наблюдением медиков больше 11 тысяч жителей региона. В городе усилили обработку общественных пространств, особое внимание дезинфекции главных транспортных узлов. Наша съемочная группа побывала сегодня на центральном железнодорожном вокзале. Здесь особое внимание уделяют прилегающие территории. Площадку перед зданием обрабатывают хлорсодержащим раствором. Средства индивидуальной защиты для пассажиров обязательны. Маски и перчатки можно приобрести как в кофематах, так и в справочном бюро. Но, как отмечают сотрудники вокзала, зайцев без масок становится все меньше. Частенько есть, выявляются, но сейчас люди в последнее время уже относятся с пониманием. И как бы при объяснении, чтобы одевали маски и перчатки, как бы с положительной стороны относятся. Также в самом здании вокзала проводится дезинфекция каждые 2 часа. Санобработка при вокзальной площади проходит каждую неделю.